Чтобы максимально обезопасить жителей, коммунальные службы сейчас работают в особом режиме. Региональный оператор по вывозу мусора компании МСКНТ проводит дополнительную дезинфекцию своей спецтехники, оборудования и контейнеров. Как это происходит, мы понаблюдали за процессом. Строго по графику и строго в три этапа. На сегодня задача промыть и продезинфицировать более 100 контейнеров. На этой площадке на улице Новой 10 мусоросборников. Сначала мусоровоз забирает с них отходы. Когда миссия мусоровоза выполнена, на площадку приезжает спецтранспорт для мойки контейнеров. Это такая коммунальная машина, которая оборудована баком с водой, которая нагревается до определенной температуры. Мойка каждого контейнера под высоким давлением. Уходит на это примерно минута. На площадку контейнер возвращается абсолютно чистым и без запаха. Вода там со средством заливается, шампунь специальный такой. Там 6 тонн воды в машине, и обрабатывается, как заодно обрабатывается. Мойка бака, внутри грязь вымывается. Третий этап. Каждый контейнер специалисты с подрядной организацией дезинфицируют раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. После этих процедур жители могут не бояться за свою безопасность, потому что контейнер перестает быть рассадником всяких микроорганизмов, бактерий и грибков. Они все уничтожаются. И такая мойка с дезинфекцией проводится несколько раз в месяц. С самого начала пандемии компания реализует целый комплекс санитарно-гигиенических мероприятий для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Это и ежедневный осмотр водителей, и мойка контейнерного парка, и обеззараживание контейнерного парка, и мойка машин. Сразу как машина возвращается из рейса, идет обработка обеззараживающим раствором зоны выгрузки и рабочего места водителя. Всю спецтехнику МСКНТ обеззараживают дезраствором внутри и снаружи. Экскаваторы и погрузчики на территории пункта сортировки тоже обрабатывают два раза в сутки. Соблюдать гигиену и использовать средства индивидуальной защиты – это в приоритете у всех сотрудников компании МСКНТ.